В 7 километрах от Алматы, в Большом Алматинском ущелье, что в предгорьях Заилийского Алатау, расположился единственный в Казахстане соколиный центр. Создан он в 1989 году с целью разведения редких и исчезающих видов хищных птиц и реинтродукции их в природу. В первую очередь сотрудники занялись видами, занесенными в Красную книгу Казахстана, такими как сокол Балабан и беркут, численность которых к 80-м годам прошлого века сократилась на 80%. Мы решили разводить птиц не просто так, мы решили, что 30% выращенных в питомнике птиц мы обязательно будем выпускать в природу безвозмездно. Для пополнения исчезающих видов хищных птиц мы создали этот питомник. 30% выращенных в питомнике птиц составило 850 особей. То есть 850 особей выпущены в природу соколиным питомником Сунтар. Питомник занимает территорию более гектара, и в месяц его обитатели съедают десятки килограммов корма. Есть питомники и птицы, которые больше нигде в мире в неволе не размножаются. Бородач, практически ни в одном питомнике мира не размножается. Но случилось так, что вот впервые у нас мы получили птенчика, хотя яйцо было в прошлом году, но журналистов мы напугались. Столько журналистов пришло посмотреть на это явление природы, что испугали самку, и она слетела с яйца, и яйцо замерзло. Но в этом году мы не стали уже так громко это рекламировать, только Институт зоологии знал, что у нас родился бородач. У многих из этих птиц нелегкая судьба. Одного из питомцев в центр доставили алматинцы, чем буквально спасли его. Будучи еще птенцом, степной орел был пойман, назван Борькой и помещен в клетку для попугаев. Птица росла, и ограничение пространства не давало ей нормально развиваться. К счастью, работники питомника смогли вылечить хищника. Мы освободили ее из этой клетки. У нее были повреждены и лапы, и крылья. Практически такие птицы не выживают, но всевозможными методами, всем коллективом мы пытались, скажем так, спасти эту птицу. Нам удалось, мы выпрямили ноги, птица приняла нормальный вид. Когда ее принесли, сказали, вот эта птица, ее зовут Боря. То есть мы называли эту птицу Боря. В какой-то момент, когда у птицы наступила половозрелость, мы смотрим, Боря снес яйцо. Таким образом, выяснилось, что это самка, и сила ее материнского инстинкта превзошла все ожидания. С 2003 года птица-мама, как ее здесь называют, выкормила и воспитала десятки птенцов разных видов. Бывало, что она одна выкармливала по 5-6 беркутят. Мы видели, как она за весь день уставала их кормить. В конце концов, она убегала от них в угол, ложилась, что, в принципе, птицы не спят лежа. Она ложилась на ночь, утром опять мы давали корм, она опять выкармливала. То есть вот эта птица у нас, скажем так, самая лучшая мама, мы ее очень ценим. И про нее, как про Борю, знают, наверное, все жители нашего города. Каждая птица при рождении или доставке в питомник получает несъемное кольцо, на котором зафиксированы все необходимые данные. Перед тем, как отправиться на волю, все пернатые проходят курс адаптации. В питомнике, опираясь на научные исследования, создается имитация условий жизни в дикой природе. Посетить питомник можно за символическую плату. Каждый день здесь проводятся познавательные экскурсии для детей и взрослых. Отличный вариант для семейного отдыха. Возможность узнать много нового и провести время на свежем воздухе в окружении редких животных и птиц.